Сейчас вы увидите самый лучший фильм по Майнкрафту от канала Black Plasma Studio! Знаете, мне кажется, в Майнкрафте так не работает. Дальше имеется фиолетовый чувак, который просто упал вниз. Окей, каждый игрок уже начинает сливаться. Чувак умер в песке, ты издеваешься? Короче, они все начали играть. Но самое интересное, что некоторые слились в первой, наверное, минуте. Это какие-то голодные игры в Майнкрафте. У Боба и Дрима уже закрутилась драка. Но самое интересное, что у Боба есть каменный топор, а у Дрима алмазы, зачарованный меч. Никто не знает, его уже пытаются убить, но чувак подготовился. У него немного железной брони. Братан, давай. Боб, защищайся. Мы сейчас будем наблюдать за эпичной финальной битвой. Боб без брони убегает. Правильно, лучшая стратегия просто убегать. Лучшее нападение это защита. Хотя вроде говорят наоборот обычно. Тем временем Боб у нас падает и... О, он теряет свой топор. Он потерял топор. Нет, брат, брат, давай. Хорош. Все, он держит его на прицеле. Боб его забирает и дальше пытается его зарезать. Мне даже становится жалко дракона. Чуваки, не надо, может его убивать, а? Может подружить? Ладно, окей. Мне пока.